2 рубля 80 копеек теперь будут платить горожане за 1 киловатт электроэнергии. С 1 июля в России вступили в силу новые тарифы. Для сельского населения, а также для жителей домов с электроплитами оплата составит 1 рубль 96 копеек. По словам представителей профильного комитета, тарифы были приняты еще зимой, и данное повышение плановое. По всем вопросам жители области могут обращаться по телефону 27 54 95.